Всем привет из Алании, друзья. 5 часов 15 минут, понедельник. Вы видите эту лужу прямо на переходе, вау. И у нас дождь сегодня целый день. Видео отдельное будет, пройдемся по с рынка, отдельное видео будет, где люди героически сегодня многие выставили. Но это овощи, фрукты, потому что вещевого там практически не было. Что еще, значит, видео выйдет сборное, где я пройду сейчас, все вам порассказываю все новости. У нас был комендантский час 2 дня, ну ладно, это все будет там. Сейчас рассказываю о погоде и выйдем к морю. Значит, погода. Сегодня у нас холодно, я не побоюсь этого слова, хотя мне сейчас жарко, я одел зимний свитер свой и легкая куртка, дождевик. Мне сейчас реально жарко. Вообще на улице сейчас где-то 14,5 всего-навсего, максимум 15. И целый день выше 16 температура не поднималась. Это реально как бы холодно для Алании. Это реально зимняя, январская, февральская температура воздуха. Целый день идет дождь, 2 дня мы сидели дома, не могли дождаться многие этого утра, я знаю, чтобы выйти гулять наконец, выйти к любимому морю, за которым даже я соскучился за 2 дня. Вот, и, к сожалению, целый день шел дождь, и дождь закончился только вот часа в 4 или даже позже. Закончился дождь, я побежал, рыночек вам поснимал. Вещевого там вообще след простыл, вернее, его и не было даже сегодня. Ладно, это видео про погоду, друзья. Итак, вода в море меньше 20, к сожалению. Вот, дождь холодный разбавил. И вода сейчас 19,5 всего-навсего. Но если будет солнце, она еще будет 20. Она еще будет 20. Но, в принципе, вот, кто приезжает на Новый год и планирует купаться, то будьте готовы к тому, что, возможно, она будет 19 все-таки, а не 20. Ну, хотя, я думаю, кто купается в 20, тому 19 по барабану и ничего особо не изменят. Есть рыбаки, есть человек, который пришел на море снимать со штативом, профессиональный блогер, не то что я. Есть лежаки на 7-м пляже, 4 лежака, можно приходить сейчас и загорать. Я не знаю, когда там сегодня солнечное затмение, но вот когда дождь закончился, в 4 там или во сколько, у меня в квартиру попадали лучи солнца, я как-то вот слабо верится, что солнце было, но походу оно было где-то в 4:30, и лучи его попадали ко мне даже. То есть на какие-то там несколько минут солнце так и выходило. Вот, ну а в общем сегодня такой вот пасмурный печальный день. И печаль может усилиться, когда вечером объявят, что введут карантин на несколько дней на Новый год. Ожидаем мы новостей этих сегодня. Ветер дует, надеюсь, меня было слышно. Привет, друзья из Алании. В общем, температура сегодня не превышала 15-16. И вода в море 19,5. Смотрите следующее видео. Они выйдут позже.